Анимационная программа, конкурсы и мастер-классы. В парке Раздоля состоялось открытие резиденции Деда Мороза. Главный новогодний персонаж спешит порадовать всех юных гостей. Сегодня мы вместе с моей внучкой Снегурочкой прилетели сюда, в этот удивительно сказочный волшебный лес, для того, чтобы открыть нашу прекрасную резиденцию Дедушки Мороза. Дедушка будет тут каждый день до 8 января. А также, внучка, у нас будет работать почта Деда Мороза. Дети смогли пообщаться и сфотографироваться на память с добрым волшебником, а также рассказать ему стихотворение и поиграть в новогодние игры. Попали вот сюда с ребенком, приехали и остались очень, конечно же, довольны, потому что попали в какую-то волшебную зимнюю сказку и в новогоднее настроение. Ребята и взрослые очутились в настоящей зимней сказке и смогли зарядиться праздничным настроением. Екатерина Крамер, Юлия Михайлова, телекомпания «Одинцова».